Во всем городе сейчас новогоднее настроение, поэтому для вашей ленты вы можете сфотографироваться и на улице среди сказочных елок, и в торговых центрах в красивых фотозонах, и в ресторанах, и в кафе, где очень красиво украшено для вашей ленты Инстаграм. Не теряйте возможности фотографироваться здесь, на улице, когда выпал снег и просто окрасил наш город. Ваши снимки будут просто великолепными и волшебными. Самое главное – это фотографироваться с новогодней атрибутикой. Это елки. Наконец-то выпал снег, ну и как тут не сфотографироваться в этой прекрасной атмосфере, которая сейчас таится на улице. Именно здесь вы можете найти прекрасные зоны для своих фоточек в Инстаграме и порадовать всех своих подписчиков. Как выяснилось, не только снег может подарить вам новогоднее настроение для вашей ленты, но и джаз-бенд от российских снеговиков. Но если мы говорим про новогоднюю ленту, то без кака тут уж точно не обойтись. Вы просто посмотрите, какая здесь царит новогодняя и волшебная атмосфера. А фотографии уж точно получатся у вас волшебными. Без лайков и комментариев вам не обойтись. Ну а посетить каток вы можете с 10 утра до 22 часов вечера ежедневно. Каток будет работать даже в новогодние праздники. Что самое главное, он будет работать и в новогоднюю ночь, до самого утра. При покупке билетов онлайн вы можете существенно сэкономить. На сайте «Мой парк РФ».